Итак, сегодня последний звонок прозвучал для 800 тысяч выпускников российских школ. Я напомню, что в Кабардино-Балкарии сегодня красные ленты с надписью «Выпускник 2012» надели 6,5 тысяч 11-классников. Слово нашему корреспонденту Марьям Джангуразовой. Председатель правительства Кабардино-Балкарии начал свой рабочий день с селения Карагач Прохладненского района. В день окончания школы выпускникам Иван Гертер пожелал успехов во взрослой жизни, а главное – всегда оставаться людьми, востребованными и полезными обществу. Вам, ребята, хочу пожелать сдать успешно ЕГЭ, набрать хорошие баллы, пойти учиться в высшее учебное заведение нашей страны, отучиться, получить знания и вернуться в наш район. Нам нужны специалисты, нам нужны грамотные люди, нам нужны грамотная молодежь, потому что вам строить будущее. Сегодня, благодаря усилиям Арсена Абашевича Конокова, наша республика идет хорошими шагами и в социальном, и в экономическом плане. К поздравлениям премьера присоединились и представители муниципалитета. Пожелание молодежи не терять жизненной активности, сохранить и бережно нести по жизни традиции района. Уважаемые выпускники, сегодня праздник для вас. Праздник немножко грустный, потому что вы прощаетесь с детством. Праздник грустный, потому что вы прощаетесь друг с другом и прощаетесь со своими, надеюсь, любимыми учителями. Я хочу пожелать вам успешной сдачи экзамена, чтобы ни в коем случае вы не ошиблись в выборе своего жизненного пути. В Карагачской средней школе выпускников в этом году всего 11. В целом по району более 200. На пожелания выпускники ответили. Спасибо за то, что вы так терпеливы. Спасибо за то, что так любите нас. Милые, сердечные, хорошие, добрые, любимые учителя. Последний звонок для сегодняшних выпускников, пожалуй, самое значимое событие в жизни. Позади 11 лет штудирования учебников. Отличники и хорошисты, спортсмены и победители Олимпиад. Поздравления и напутствия сегодня звучали и для выпускников 2-го лицея в Нальчике. Начинается новый этап дальнейшей жизни. Новые планы, новые свершения, новые желания. Поэтому вам преуспевания, вам удачи, вам благополучия. Вам успехов во всех делах, во всех начинаниях. Первые строки в книге жизни этих ребят записаны именно в школе. Сегодняшнее торжество смело можно назвать окончанием первой главы. Как сложится их дальнейшая судьба, покажет время. Сегодня же они нарядны, красивы, полны оптимизма и радости. Марьям Джангуразова, Сафар Гириев, Альберт Карцаев, Анатолий Дерико, Юрий Искандеров. Вести Кабардино-Балкария.